сотрудника. Потому что прав у сотрудника спор вообще, в принципе, никаких не останется. Такое ощущение, как будто у нас колония – это парк, в котором гуляют люди, а не режимная территория, где люди отбывают наказание. Это первое. Второе. Вот посмотрите, что здесь происходит. Здесь происходит фактически драка за полномочия между общественными организациями. Ну, давайте уж это скажу прямо. Общественная палата – общественная организация, СПЧ – общественная организация. Значит, уполномоченный по правам человека вообще прямо определен ФКЗ. Значит, Сечин будет теперь президентом. Вот что самое страшное. Чуть что, сразу всех президенту, и все пугают президента.